Спасибо, дружище! Это мне точно придаст сил и здоровья. Похоже, вы можете использовать имплантанты. Возьмите этот. Мне он все равно ни к чему. Еще раз спасибо, дружище. Отлично сработано. Эта база напоминает скотобойню. Надо выяснить, что здесь, черт возьми, происходит. У меня есть для вас задание. Отправляйтесь к офисам и постарайтесь получить хоть какую-нибудь информацию. Там должны стоять компьютеры управления. Что бы здесь ни случилось, это произошло быстро и неожиданно. На этом задании вас будет сопровождать Кейт Лиа, одна из моих специалистов по компьютерам. Она ждет вас в коридоре. Удачи. Спасибо. Это все сильно упрощает. Мы только-только здесь все закончили, как чертовы двери закрылись, и мы оказались в ловушке. Надеюсь, отсюда есть другой выход. Я Николай, один из техников генерала Бейкера. Послушайте, в офисном секторе есть генераторный комплекс. Если вы сможете раздобыть стабилизатор для резервного генератора, мне кажется, стабилизатор должен быть где-то в левой части офисного сектора. Приветствую, я Кейт. Следуйте за мной. Открыто. Вы посмотрите, что они сделали с этим местом. Осторожно. Я открою эти ворота через терминал системы безопасности. Внутренние двери открываются только отсюда. Я буду открывать их по одной, чтобы эти твари не набросились на вас все сразу. Комната. Когда все будет чисто, отправляйтесь к офису. Удачи! Пункт управления генератором. Требуется ключ-карта. Внимание! Я открываю первый сектор. Отлично. Открываю второй сектор.
Что за ужас? Открываю третий сектор. Хорошо. Сейчас я открою дверь в четвертый сектор. Будьте осторожны. Судя по всему, там не работает освещение. Отличный способ очистить помещение. Остался только офис управляющего. Вход из главного коридора. Убейте всех оставшихся пришельцев, чтобы мы могли спокойно отсюда выбраться. Кто-то заблокировал мне доступ к управлению. Мне нужна минута, чтобы понять, что можно сделать. Подождите здесь. Кто-то опять балуется с системой и пытается получить контроль над сектором. Я, конечно, постараюсь со всем разобраться, но будьте осторожны. Thank you.
Отлично. Хорошо, что не я буду делать здесь уборку. Вперед! Нам нужно срочно доложить обо всем генералу Бейкеру. Похоже, этот сектор мы очистили. Мы останемся здесь и постараемся найти еще данные. Спасибо за помощь. Ты чертовски отличный солдат. Система управления на этом этаже недоступна. Либо это вирус, либо кто-то управляет системой по сети.